Дорогие друзья, исполнился год работы клиники «Генезис». За этот год нам удалось достичь больших успехов. Во-первых, эффективность лечения бесплодия нашей клиники достигла уровня лучших клиник Европы. Во-вторых, по мнению премии «Хрустальная пробирка», наша клиника стала лучшей клиникой по лечению бесплодия северо-западного региона. Также мне удалось принять участие во множестве международных и российских конференций, где я выступал с докладами, освещая различные аспекты. За последний год количество пациентов, обратившихся в нашу клинику, значительно увеличилось. Для того, чтобы нам принимать большое количество пациентов, я ежедневно занимаюсь курированием работы докторов нашего центра. За это время мне удалось обучить специалистов Елену Александровну Шиндарей, Татьяну Владимировну Хан, Наталью Александровну Пальченко, которые в настоящее время владеют большинством методик по лечению бесплодия. Первые результаты работы этих докторов появятся на свет в ближайшие дни. Лучшая похвала для учителя – это ученики, превзошедшие его. Я думаю, что с помощью моих коллег мы сможем помогать большому количеству пар, страдающих бесплодием, и в ближайшие годы мы резко увеличим количество циклов в нашем центре.